Утро рыбака. Доброе утро. Это уже репортер. Да. Ты что там поймала? Это щучку-карандашик. Что ты говоришь? Вчера шпрот, и сегодня щучку-карандашик. Вот что ловить надо. Вот, вот это карандашик. Ой, кошмар. Сколько в нем, Тонь? Килограмм 7, 8, наверное. Хороший сомик, Саша. Хороший? Ну ладно, а то вообще... Очень хороший, прям прелесть. Прелесть? Да, молодцы. Да. Вовчик куда делся? Тоже удочкой ловит? На удочку, да. Ну вот, хотела похвалить. Столько труда, чтобы поймать такую рыбину. Вчера весь вечер и сегодня утром. Слушай-ка, и он еще все изгибается. Так он живой. Живой? А как же он так долго без воды живой? Ну, потому что он большой, да? Здоровый, сильный. Мы же долго приезжаем домой, еще в бак пускает, он в баке плавает. Ну, вот это берись да. Фотоаппарат. Давай, находим. Ну, попробуем, если видно будет, для чистоты эксперимента еще так заснять. Сон в ванной. Во всю длину ванны. Как бы его что ли? Ну вот хвост. Вот хвост. Вот, вот, вот где пальцем я показываю. Вон хвост. Он двигается. И он сейчас повернулся вверх брюха. Но живой пока еще дышит. Будем надеяться, что немножко еще...